Влияет ли болевая ЧС у Достоевского на то, что ему трудно дается понимание границ общения, грань между инициативой и назойливостью, как это сочетается с базовой БЭ? Вот. Ух, интересный вопрос. Вопрос. Да, потому что тут связали в одну кучу. Личные границы и ЧС. Как у вас это получилось? Да. Ну, видимо, то, что слышали где-то, что ЧС, она какие-то контролирует границы. Вот. Но по поводу личных границ это немножко другая тема. Значит, давайте с вами вспомним, что такое черная сенсорика. Вот, у нас есть на эту тему видео на канале, достаточно длинное, большое, про черную сенсорику, я там подробно рассказываю. Пусть там частичная информация уже не очень актуальная, но тем не менее. Основной посыл, основная канва там осталась прежней. Послушайте черных сенсориков, особенно тех, которые занимаются исследованиями или непосредственно задействованы во власти, в каких-нибудь властных структурах. Вот это вот все. Черная сенсорика отвечает за силовой потенциал объектов, оценку этого потенциала и контроль над некими материальными объектами. В том числе, если мы говорим о защите границ, то это имеется в виду границы, например, Российской Федерации. Они под надежной защитой, потому что у нас министр обороны черный сенсорик и президент у нас черный сенсорик. Поэтому там работают правильные люди. В том, что касается черной сенсорики, все хорошо. Но это границы государства. Если мы говорим о границах личных, когда один человек общается с другим, то там так или иначе задействован вопрос воли психосовской, например. И даже если у вас там какая-нибудь воля самая клевая, например, вторая, опять же, вопрос личных границ, он выходит немножко дальше, чем воля. Вот мы в нашем тренинге «Воля архетипа» там частично затрагивали момент по поводу личных границ, как их более адекватно выставить у себя. Но опять же, это очень широкая тема, и ее нужно отдельно освещать и все такое прочее. Возвращаясь к Достоевскому. То есть этика интуитивный интроверт Достоевский, у него черная сенсорика болевая. То есть в вопросах оценки опасности, распределения силового потенциала или защиты границ от внешней угрозы Достоевский разбирается, ну, вряд ли он будет хорошо разбираться, даже если будет специально этим заниматься. Болевая черная сенсорика плохо разбирается в подобного рода вопросах. То есть это вот настолько, что человек вряд ли станет с болевой черной сенсорикой и стремится в силовые структуры или становиться министром обороны. А если он им и станет, то в какой-нибудь дико периферийной стране вроде Швеции или, там, не знаю, Норвегии, например. И потому что не было других кандидатов. Да, или как вот в Исландии несколько раз президентом становился один и тот же человек, просто потому что других кандидатов не было. То есть они реально не пришли, их отсутствовали. Поэтому так их это самое... Вот, поэтому личные границы – это тематика немножко другая. Человек может иметь проблемы с личными границами, когда он взаимодействует с другими людьми, и как вы тут написали в вопросе, грань между инициативой и назойливостью, вот это вот все. То есть, когда человек плохо вот это все фильтрует, это может случаться причем и с логиками, и с этиками. У этиков тоже могут быть плохие границы. То есть, когда человек не различает, где его ответственность, где ответственность другого человека, когда он начинает навязываться, когда он уже нежелателен, он это может не отслеживать. Это проблема с границами. И с соционическим типом это никак не связано. Вот. А то, что касается границ государственных, вот у черного сенсорика скорее будут... У болевой черной сенсорики будут проблемы с тем, чтобы правильно это оценить. Ну, потому что есть типы для разных задач. Вот. Черные интуиты, они не для этого. Я уже где-то упоминал, что черные интуиты – это те типы, которым в политике и во власти реально делать особо нечего. То есть, если там им это, во-первых, и не интересно, во-вторых, это дико конкурентная, некомфортная среда для них. Если реально они попадают в какую-то политическую борьбу, то черный интуит может стать у власти, если только это, опять же, какая-то периферийная страна, в которой жестко контролируется вообще проникновение во власть каких-то экстремальных элементов. Ну вот нынешняя Западная Европа, она во многом на это все похожа, хотя там идут обратные процессы, вот, которые потом же эту Европу и накроют. Вот, потому что они от черной сенсорики стараются как можно больше дистанцироваться, черная сенсорика идет к ним. Вот, она идет к ним с юга, мигрантов. С юга, с востока, отовсюду. Она к ним идет, потому что ее впускают, потому что есть для этого там свои причины и так далее. Ну, то есть свято место пусто не бывает. Поэтому черная сенсорика идет туда, где можно пройти. Вот, и где нельзя, тоже она туда пойдет. Вот. И где особо не сопротивляются, она тоже туда пойдет. Потому что черная сенсорика – это вот такая агрессивная, архаичная функция, которая ответственна за выживание. И она есть у всех видов биологических, и у людей, у животных, у всяких там насекомых. Везде есть ярко выраженные доминантные некие особи, которые это все себе отжимают, которые гнобят слабых, отвоевывают себе территорию, распространяют свои гены и все прочее. Поэтому такие дела. Ну, если взять страх быть навязчивым, то это ближе, да, к три. Но опять же, мало контекста, что вы там за этим
что у вас на самом деле кроется, но это скорее, да, 3В, чем 3Э, если выбирать.